О, ну и вонь. Освободи меня, умоляю. Почему тебя приковали? Меня подставили. На меня повесили убийство. Я не любил старого Греттера, но не хотел его смерти. Освободи меня, пожалуйста. Допустим, я тебе верю. Спасибо, я тебе этого не забуду. У меня нечем тебе заплатить, но если мы еще когда-нибудь встретимся, я тебя отблагодарю. Идти сможешь? Не беспокойся обо мне. Сейчас отдохну минутку, и все будет хорошо. Спасибо за помощь. Не волнуйся обо мне. Я сейчас отдохну, и все будет хорошо. Спасибо за помощь. Может, Ларс принесет с охоты зайчих шкурок? Я бы себе... Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Жалко Греттера. Хороший был мужик. Да, и пил мало. А для этого сукина сына Йорга смерть на скале слишком мягкое наказание. Надо было с него шкуру спустить. Не говорите так. Мой брат был хороший. Тише, малышка. Ты не знаешь, что говоришь. Твой брат был скверный человек, преступник. Чем быстрее ты его забудешь, тем лучше. Что здесь случилось? Мой брат! Его приковали к скале! Это из-за меня! Почему из-за тебя? Мне не нравился этот дядька Греттер. Он был толстый, и от него воняло. Как-то раз я сказала брату, что дядя делал мне плохо. А Йорг взбеленился и его убил. А потом его схватили и приковали к скале. Какой у вас закон? Убийца должен быть наказан, даже если убил, чтобы спасти кого-то другого. Но я соврала Йоргу. Дядя ничего мне не делал. Просто от него воняло, и он мне не нравился. А теперь Йорг умрет. С твоим братом ничего не случилось, я его освободил. Думаю, он скоро передаст тебе весточку. Правда? Спасибо, спасибо. Я больше никогда не буду врать. Обещаю. Сколько тебе лет? Возьми меня с собой. Сколько тебе лет?